Свидетелями уникального природного явления стали жители и гости города Сочи. Вот что они успели снять на мобильный телефон. Над морем начинают собираться облака. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Постепенно они принимают форму, напоминающую кольца. Но самое удивительное начинается потом. Эти кольца образуют в небе хорошо узнаваемый олимпийский символ. Необычную картину было видно из нескольких районов города. Люди сразу начали фотографировать и снимать аномалию на видео. Разочарование вызвало только то, что невероятное небесное представление быстро закончилось, облака рассеялись. Как нам пояснили специалисты, сочинцы могли стать очевидцами крайне редкого оптического явления – кольцевого свечения или эффекта Гало.